В первый день нового учебного года административно-технический надзор посетил Дмитровский лицей номер 4, чтобы провести для учеников 4 класса необычный урок. Госсанитехнадзор уже традиционно ежегодно проводит уроки чистоты на территории Дмитровского района. Стараемся в этот день охватить максимальное количество школ, максимальное количество детей. Проводим данные уроки в целях разъяснения и доведения до детей определенных требований, совершенно обычных, да, по соблюдению чистоты и порядка, чтобы дети знали, куда нужно выбрасывать мусор, что за сброс мусора в неустановленных для этих целей местах установлена ответственность, которую они в будущем могут понести, а также, если сделали они, их поймали, несут их родители. По словам инспектора, главное в таких занятиях – это воспитание у детей чувства ответственности, бережного отношения к природе родного края, чтобы подрастающее поколение понимало, чистоту и порядок необходимо соблюдать не только у себя дома, но и во дворе, на улице, на детских площадках и местах отдыха. Один человек пройдет и бросит фантик мимо урны, другой последует его примеру, и так постепенно образуется большая свалка. Если они видят нарушителей, сказали, как им в таких случаях действовать, кому можно обратиться, куда можно позвонить, как зафиксировать правильно, ну и чтобы человек понес наказание. Важно вообще вырастить то поколение, потому что, ну, которым жить в этой стране, да, и им жить дальше. И если они не будут знать основ, азов, то ни к чему хорошему это не придет. Школьники слушали инспектора с интересом, принимали активное участие в обсуждении и задавали вопросы. Мы узнали то, что за мусор предоставлена ответственность, и то, что если ты на мусоре, что тебя за это накажут. Мы узнали, что нельзя парковаться в неположенных местах, что, ну, то мусорить, нельзя мусорить, нарушать общественный порядок. Да, если все будут мусорить, то наша планета превратится просто, не знаю, да, в большую мусорку или помойку. И потому что даже вот мы вот живем и вот будем сами ведь это все вдыхать. Сами будем вдыхать грязный воздух, пить грязную воду. Радует, что дети так взросло относятся к проблеме чистоты. Их беспокоит невоспитанность граждан, которые позволяют себе мусорить на площадках и в местах общего пользования. Я хотела в завершение нашего небольшого выступления напомнить вам, что чистота в наших городах, поселках начинается с каждого. Если мы хотим, чтобы у нас было чисто вокруг, нужно самим, да, не мусорить, своими примерами показывать, своим друзьям, родителям показывать, что нельзя мусорить, тогда у нас будет все чисто и красиво. Инспекторы госсанитехнадзора проведут еще несколько подобных уроков чистоты в школах района.